Невер, давай это орехи будут на тебе жить, если что. А ты там подходи под босса. На третий. Так, все готовы? Ну, бабок нет, единственное, что. Что там по бабкам? Назначали, распределяли? Нет, сейчас я назначу. Давай. Поп. Ладно, давай, все, что назначали. Так, Размус первый. Понял, Размус, да? Да. Я Они хило разве? Нет, я лучше похилю и проще человеку сразу, ну, то есть, чтобы не отвлекся. Ладно, хорошо. Я второй боб. Рокси тяжелый третий поп, Рокси четвертый поп. Ну, вот там по ситуации, я думаю, не надо, в принципе, выдерживаться. Так, по СС, вижу, Литл поставил на Наид. Бафа еще по цирку. Лукилу Джимбус пока в резерве оставляется своих. Кого рыба нет, поставил, покажите еще раз. На силу. Еда на силу как есть у кого-то? Как ты сказал очередность бопов? Так, Монах, я сейчас... Расмус, Монах, Шова, Рокси. А, ладно. Ридаров лишних нету, ребят. Сколько у нас? Два в рейде, да? Да. Жирно хочет, ты все равно не дамажишь. Зачем тебе? Почему? Дайте ход по рогам. Взяла себе нормальные спеки и херач. У тебя шмот хороший, все позволяет. Рокси, что не хватает? Цирк, что не все, хватает? Все нормально, все хватает. Фаски. А кто сфера гриппает? А, точно, по гриппам. Давай, короче, как вчера, синовола. Синевола. Лады. Все, там команду, короче. Бесполезно. Вот закапывается. Также от тебя будет грипп. Там, где раньше стояла звездочка у нас. У меня забагалось, не хочу ревогаться. А, это Себаст? Да, Себаст, он же вчера гриппу хорошо. Пусть он так будет. Так, Зипас или кто? Себаст, Себаст. Все хорошо тогда. Себаст с пула в печеньку, по тебе фридом, а потом в звездочку, ну где в прошлый раз, краешку. Вроде все готовы. Давайте ДБМ. 5, 4, 3, 2, 1. 2. 1. Шоу, как вчера. Самое, держишь на воде, я на себе испарение буду держать. Частица. Ну что там, дает атака там, нет? Так, готовься стан давать. Четко. Отпор дается или нет? Не спрашивай лучше, не отвлекай. Сейчас кнопку нажмет, блядь, опять лайкнет. Ну у него 10 кдпс, то есть, наверное, дает. Отошли, черепочек ждем. Черепочек сам по себе дам. Ну слушай, ты там уже более-менее хорошо, видишь, как он дамажит. Я на варе тоже себе сделаю потом. Еще трешу бывает лучше. Да надо урон будет. Спасибо, оставь бомжей.
А не, нихера, лукил срывает. За агро смотрите. Бомжей, где сипас? А, вижу, все. Так, лужи не вижу с левой стороны. Почему меня нет? Так, бафа еще печеньку подойдешь, сюда беги. Давай, давай, давай. Бейте быстрее сверху. Если есть, ускорьте, ускорься. До выхода сколько? Сейчас вырвется. Все, красавчик. 3 секунды. Марлекс. Ага, там мобов под боссом. Итого, бопа нету у меня и у Роксика. Угу. Значит, следующий раз муж дает туда. Я дал на... А нет, у меня нет. Нет, все нет, я. Так, мобы, мобы, фут, мобы. Уж попнули. От сверху вставай. Я сейчас должен быть, вставай. В смысле нету СС, блядь? Назначал Локи, алё, блядь. А, БР, дайте ему. Не, вроде БР по... Ребята, по вашему. Джимбус, СС по цирку, быстро. Кто должен... У него там больше урона от копателей. Так, готовься с ним ударом. Кстати, будем показывать, у меня вот четко все. Сколько там процентов? 49. Блять. Мало нахуй. Урона мало. В принципе, более-менее. Так, следующий я тогда боб отнесу. Сейчас я бопаю, раз мы бопаем. Ну давай, иди баба. Иди по себе сам боб дашь потом. С пути уйдите. Полуки, дайте сальву, пожалуйста. Сейчас он сорвет мобов просто. Ага, все, лукил топи там. Ну, бомжей. Он да тоже. Дом. Мне сверху где разбить? Так. Я сейчас разобью. На кто там? Джимбас, выходи в стенку. Куда ты? Блять. Ну, Джимбас. Ладно, ну, я сам выход. Себе давай. Я сам себе дам. Сколько до выхода? Есть еще сверху разбить мне? Да, должно быть где-то. Сверху разбить и грипните ее в центр. Три. Одна. Отлично. Бэра только нету, без попал один. Если я КП сам дам. Да давай попробуем. Ну, пробуйте, давайте тогда. Шо, вот ты войдок держи, главное. На войде частицы. Мобов, мобов, мобов. На пулы нужны. Убирай. Мелких убейте сначала. Так, и лишний не утаем. РДД под босса все зашли. Все-все-все под задницу мы встали. Стоит этот? Натуров? Да, должен стоять. Натуре здесь поставьте шмон. Переводим. Все, переводим. Гер. Так, минус один. Не, с хилом пизда. На пулей, цирк. Все. Майк. Хотя хилим, хилим, пробуем, пробуем, пробуем. Нет, все, уже можно падать. Падается. Так, Джипус, какого черта, скажи, пожалуйста? Ты взорвала лужу. Ты не могла обойти его, чтобы шипы не задели его. Я не видела, откуда идут шипы. Я ну, с противоположной стороны, значит, идут они. Ну, будь внимательнее. Из-за тебя я тоже лоханулся. Кинул не по себе боб, а по тебе, блин. Потому что таргет тебя держал. Дай КП. Ну, дам КП, конечно. И Невер тоже. Ты зачем ты сверху разбил? Ты же видел, что шипы ведут. Там шипы бы сорвались в любом случае. Там, они... можно, там можно было просто обойти спокойно всю сторону. Там шипы далековато были. Ну, можно было подождать, пока шипы пройдут, а потом разбивать. Ну, мне сказали бежать к стенке, я, если честно, сама так за собакой... А так просто подставили человека.
Нет, если сверху грипнули, она уже на земле, и босс по неразбитой сферке под ней проползает, а он ее все равно разобьет. Один фиг я не увидела, где, откуда идут шипы. Нет, просто есть, я... И логически, ну, шипы идут с одного места. Либо я понимаю, идут... просто мне сказали сюда? Бежать к стенке, и я, короче, не к той стенке побежала. Все. Дыст, пожалуйста, поставьте, есть какой-нибудь. Чуть-чуть надо было правее отойти, чтобы лужу не задел босс. Ну, а я и говорю, я была. Просто не увидела, откуда да. шипы идут. Ну, я ГП дал, ей и мне. Ну, так, в принципе, нормально. Перевелись, сейчас все спокойно. Просто там по ДПС все у нас. Смотри, как мы можем сделать. Значит, выходит, когда первая пачка, ее сразу напулим. Вторую пачку тоже надо будет аккуратненько поднапулить. А третью пачку, когда выходит, надо будет уже ее пошаклить, либо поуфирять паладина. Будьте... Запоминайте свой таргет, будете фирять и забирать. Потому что там уже цирку будет очень тяжело напугать это дело. Сейчас я назначу туда. Это когда четвертая пачка, третья пачка будет выходить. Две первые две мы напулим, а вторую мы будем это самое. Давай, короче, ты будешь... так, Войду проще будет забрать со стороны Луны. Вот Войд это будет твоя цепь. Будешь разбираться на третьей пачке. Так, шаклит можно будет со стороны крестика, это самая ручка. Второй эфир будет Рокси с черепа. Ну, а трусы дальнего, я думаю, ты заберешь вот еще сам. Как бы, вот в эфира и шаклит, эфир и шаклит будет. Если что, я еще присоединюсь. Я стану за Войдом, там, за Лужило, чтобы мы вышли через него. Все, короче. Рокси, ты понял, какой метки? Че, да, да, черепок. Давайте, что, на присутствие сейчас я опять разбавлю. Опять по шаманам. Сейчас я есть. Там. Нет, у вас опять вам. А, уже дали. Просто якобы баф. Локи. Все, все готовы. Кулак рогом. Кулак по всем. Лапу, пожалуйста. Так. И шипы, дай, наверное, еще. Лапу. Да, шипы не рыпу. Ой, дай. Наверное, лапку, да? Друг. Два таланта из бесполезного благодарения, лучше бы вапнутую сальву перекинул бы. Каску по пристам еще, пожалуйста. Сервер? Нет. А, нет, все нормально. На минуту, видимо, что-то залагало. Кто каски бафает? Разнос бафа, это у колодочку нет. А у этого, пожалуйста, присту. Я просто улетал. Спасибо. Все, давайте чем. Две секунды, пожалуйста, скажите. Дом-то не слышно, да? Я ничего не говорю. А. Непривычно. Годлика тоже не слышно. Так я его заму. 5, 4, 3, 2. Прочь, 2 секунды. Все вижу. Потом слышу ручки. Кстати, хороший идея. Разобью. По поводу хапала, но с этим такой не. Я разбиваю. Я вижу, вижу. На пула. Да, цирк хорошо на пуле, кстати. Лучше, чем ты дом. А, я заметил. Молодец. Молодец, очень хорошо. Мне почему-то не ставит ТБМ метки на ней. Главное, не перехвалите. Да, главное, не перехвалить. Нет, цирк, ты хреново напуливаешь.
Ну, на пулю и жестче. ДКПшку сверху еще, блядь. Блин, сейчас. Есть какой-нибудь, не знаю, Анаит, у тебя щиток качан или нет? Нет. Хотя мне ж заставили выкинуть оттуда. Ну зачем мне боб дали, блядь? А я ж первый был, я и дал. Я должен бежать. Никита, молодец. В лужу летит, смотрите. Лужа, где лужа? Вторая. А кому я ГП должен дать за лужу сейчас? Оттяните от печеньки, от печеньки тяните. Ну, дайте что-нибудь. Там, вот, он на бок лови. Не двигайся. Ебать. Лужу в печеньку притянуть, лужу в печеньку притянуть. Какая-то слово надо уже пошла. А вот сейчас вы. Чего раз посумел у нас? Я двигаю жалобу. Да чапов. Так, блядь, почему ДК нахуй не пригрипает вторую глыбу? Блин, сверху, то есть. Абулы. Какой абул? Я говорю, эти какие абулы, эти сверки, блядь. Вот ДК флорибав, да? Ой, поползи. Получаешь. Кто? Бафы ищи. 12 атаков, потому что. Я вот. Да, да. Чей боб сейчас будет? Сейчас давай. Нет, сейчас ой, у меня КД. Давай коп? Я. Давай. Да блять, потому что мелких нахуй надо тихо, заливать. Блядь. Молчи нахуй. Убежал. Две уйди, вдруг останется. Иди себе ему боку. Сверху притянуть еще раз. ДК грипни еще раз сверху. У меня печеньку видишь? Поставлю. Не разбивайте ее, блядь. Оттяните ее. Сюда, ближе к нам. О, умчики. Блядь, сики упал нахуй. Гриш, да. Бегите. Боба не будет. Шоу. Будет. Кто метка? Быстрее. Сколько все нормально, все нормально. До выхода скажу. Сейчас хапается скоро, очень секунд. По-моему. За 2 секунды скажите. 10 секунд. Мелких там аккуратненько подамаживайся. Там бафа ищи. Давайте 4. Кто-нибудь по мобам играйте. По себе салю дай. А, ой, да. СС. СС бафа еще. У него нет. А, ты хочешь еще хил завозить в это время? Есть хуй СС? Дайте бафа еще. Забирай бойца. Дали СС по бафу? Если ты то же самое будешь делать на следующей закупке, ты умрешь. Это последняя закупка. Да, это последняя. Нет, тогда он умер. СС СС. Монах 6, тоже умер. Я бабу скину. Пиздец, просто столько херни. 3%. Фаза. Дай Т4. Дон, давай я ШВ нажму с наматолок, чтобы не дамажило так сильно стаки. Хуйня. А помнишь, ты говорил охуенную идею, мне прям понравилось. А, вот эти два моба, которые со стороны с проблемной, где я не стою, нужно кинуть шакал, хуякал, вот эту залупу. Типа выключить их просто.
В смысле? Да, угадаю, этого не произошло. У нас... Нет, сейчас их не надо. Что предложить? В третьем паке. В третьем паке. Ну да, на третьем. Вот. Это был второй пак. На третьем паке, блин, я не знаю, не успели бы мы убить, у нас еще Кирилл упал. Надо как-то дожить фулово все. И потом убить босса, правильно? Да. Это хороший старт. Читаешь мои мысли, блядь. Давайте рыбу ставим, поехали. Так я не поняла, на последней фазе мне шеклить или нет? Нет, ты за хилом чисто занимаешься, особенно тех, кто на метках. Окей, тогда ничего не нет. Ты напуливаешь, как и все остальные. И еще у тебя есть усмирительный или усмиряющий выстрел. Он снимает берсу с мобов маленьких. Да, они растут. Делай это, пожалуйста. Это прям, ну, очень важно здесь. Потому что я ни одного диспела не вижу от тебя. Мелт агро скидывает буба, блять. Начинает моб бить, сразу жмешь мелт, и все, с тем моб скидывается. У меня вопрос. Стаки маленьких мобов скидываются бобом? Да. Баба. Бобом нет, а бабом нет. Баба снимает, это точно. Может быть, кош еще. Очки возьмите. Если надо кошу попробовать скидывать. Это вроде физическое, там, по-моему, кошам не скинешь. Знаешь, бобу рожда. Ну, двор в принципе, мелких скидывать. Стараюсь на себя брать через лужу, чтобы они то сами. Ну, часто, да. Бьон, смотри, такой момент. Допустим, на паладина первого кидают череп. Мы кидаем боб по очереди или паладин сам себя кидает? Mm-hmm. Вот я назначен первый. Был на Рокси, был на это тебе. Вы сами по себе кинете? Ну, я кидаю по очереди. По себе сами себе кинешь. Что не бегал, не терял ДПС дополнительно. Готов, Размус? Нет. Лап, куда идти? Кулак по вару, лапу, пожалуйста. И мелких смотрите аккуратно. Ну, сейчас попробую еще сажу. Там, блин, Аврея очень сильно набрала. Наверное, я вырублю эту херню. Нищество. На предфазы. Все равно мобы на меня пойдут, так что нормально будет. То там не будет такой урок. Так, давайте вообще на пол. Бульба готов? Дон готов? Да нет, все готов. Все. У Сэс у кого есть? Плюсики поставьте в речат сейчас. Джимбо скинь на цирка на всякий случай. Все, давайте. Буду БМ пол запускать, Дон. Пять, четыре, три, два, один. Одна. Да, готовься на пулю. Удар. Не, аж подними его, если избавиться. Промах, наверное, был, да? 2.25. Ну, блин. У тебя точно был, блядь, промах? Не знаю, три моба стоят. Акула. Подкат туда шуму. Бульба останется, беги. Разбери серку. Оцените ее вот. Второй подальше оттянуть.
И разбивай тут нормально, пойдет. Разбивайте. Вот. Все норм. По-моему, бомбам. Ну ёб твою мать, Кельма, блядь, ну. Просто его блокировал, босс косил. О, блядь, ты меня нахуй. Так, короче, безопасность. Фай. Увлёкся нахуй за хилом, чтобы могу на неё сидели, ладно. Мой косяк. Кошем скидывается, кстати. Ну, да, можно. А кто у нас упал? Стоматолог, да, еще? Да. Первый да. Стоматолог. А чего он упал? Тяжелый удар. Да, тоже. Заходим. Тут написано Evade. Гнев небес. Evade — это значит, что он забагался в текстурах, что ли? Уклонился. Значит, да, скорее всего, он завейдился просто, когда бежал. Они когда, блядь, боссы и мобы катятся, могут в вейд попасть, типа, как удар в промах, а мимо идти. Уклонился, это... Рафанич нажал, блядь. Ну да, тут додж, блядь. Вейд, это, считаемо, было похуй вообще. Ну, получается, кривая геодата Сируса. Сейчас вопрос при Михате. Бульбасань, сиди, короче, в портусе. Вопрос больше домашний, на БПС тоже можно. Ну, за замену получишь тоже, либо. Кстати, шкафчик, пожалуйста.